Брови – важная часть лица. Благодаря им наша мимика и взгляд становятся выразительными. За бровями нужно также тщательно ухаживать, как за волосами или ресницами. Сейчас в моде густые, правильно подобранные формы по типу лица – брови. Однако далеко не каждая девушка может похвастаться природной густотой. Есть такие случаи, когда брови перещипанные. И очень часто приходят девушки, когда они в 90-е перещипали свои брови, им теперь сложно отрастить, но это возможно. Стимулировать рост волос на бровях поможет самомассаж. Его нужно делать ежедневно на протяжении полугода. Труд кропотливый, но результат будет, уверены броу-мастера. Массируйте брови с применением специальных масел. Стимулирует рост масла усьмы, амвы, виноградных косточек, репейное масло или самое доступное – касторовое масло. Наносим масло на каждую бровь и начинаем усиливать кровоток. Сначала массаж мы делаем точечными движениями. После этого мы можем использовать щеточку и начинать расчесывать брови, как бы втирая волосок масла. Можно это сделать против часовой стрелки, можно сделать по часовой стрелке, но не увлекаясь и не слишком сильными движениями. Также на второй. Поспособствует росту бровей так называемые горячие бани. Процедуру можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужно создать эффект паровой бани, наложить горячее полотенце, намочить его в горячей воде и наложить на брови, оставить до полного остывания. После этого нанести на одноразовый ёршик капельку масла, о котором мы говорили ранее, и интенсивно втирать в брови. После этого мы накладываем пищевую пленку и снова горячее полотенце, создавая эффект паровой бани. Данную процедуру нужно повторять 3 раза в неделю на протяжении 3 месяцев, забыв на этот период совсем про пинцеты.